Госпожа Фазилет и ее дочери – это сериал, рассказывающий о женщине, которая потеряла своего супруга. После гибели мужа Фазилет оказалась в одиночестве с двумя дочками, которых нужно обеспечить. Но как бы она ни старалась стать более состоятельной женщиной, у нее ничего не получилось. В результате семья оказывается в тяжелом финансовом положении. Одновременно с этим выясняется, что Фазилет всегда мечтала о роскошной жизни, однако все сложилось совсем не так, как она мечтала. Ее муж не смог разбогатеть, поэтому теперь она и дочери вынуждены жить в неблагоприятном районе, где у них скромные апартаменты. Несмотря на тяжелое положение, женщина не отчаивается. Она уверена, что рано или поздно жизнь изменится к лучшему. Но проблема в том, что ее единственный инструмент на пути к лучшей жизни – ее родная дочь. Ее она собирается использовать для того, чтобы разбогатеть. Но с этим категорически не согласна старшая дочка. Жизнь главной героини меняется в тот момент, когда главные героини сериала «Госпожа Фазилет» и ее дочери знакомятся с семьей Эймен. Они богаты, состоятельны и имеют огромное влияние. Фазилет понимает, что это ее шанс на лучшую жизнь. Посмотреть очередную 11-ю серию сериала «Госпожа Фазилет и ее дочери» вы сможете уже 5 июня. Подписывайся на наш канал и будь всегда с нами. Всем до встречи, пока!